меня Юрой зовут. Я живу с женой и ее родителями, в квартире ее родителей. Как сказал бы Гамлет, бедный Юрик. У обоих родителей жены вот буйный склероз на почве обладания недвижимостью. Они каждый день меня спрашивают, а ты здесь кто такой? Нет, то есть права у меня есть, но они в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, а ларец в декольте у тещи. Не, но в семейной иерархии у меня авторитет высокий, и я по рейтингу я немногим уступаю коту Барсику. Я своему напарнику Витьку 10 лет на работе в жилетку плакал. Ну, видать, ему надоело все это. Он взял на прокат дорогой костюм, укладку сделал, маникюр. И во всем этом блеске приперся в мое отсутствие ко мне домой. Ну, там, слава богу, Витька в лицо-то не знали. Вот. Ну, и он с английским акцентом, Витек, с английским акцентом, заявил моей очумевшей родне, что я являюсь единственным наследником 10-миллионного состояния умершего там в Америке дяди. Слышь, вот, посетовал, что меня нет дома, сказал, что по делам вынужден уехать в Нью-Йорк, а через месяц вернется, и я подпишу документы и вступлю во владениями вот этими деньгами и фамильным ранчо в Техасе. Когда Юрок ушел, ну, мои родни, видимо, вообще был инфаркт, с инсультом, приходящим в мениск. Вот. Я ни сном, ни духом. Я остолбенел. Прямо передо мной стоит теща в русском народном сарафане, в кокошнике. В руках поднос с хлебом с солью держит. То ли, думаю, свихнулась, то ли пьяная старушка. И тут теща говорит, откушайте хлеб-соль в знак любви и уважения. Я даже оглянулся, думал, кому она? Это она меня-то любит и уважает? Зачем же 10 лет это было она так тщательно скрывать? Теща хлеб мне протягивает, говорит, кушай, мой золотой зятёк. Это ж, думаю, сколько ж я чинов перескочил из вонючих козлов. Сразу в золотые зятья пожаловал. И главное, прими, мол, этот каравай. Я, знаешь, вот, я тут немножко, знаешь, вот, заподозревал, думаю, даже провокация какая-то, думаю, значит так, я прямая... Принимаю каравай, а она мне по морде под носом. Ба-бах! Я так даже шаг назад сделал. И тут тесть, кинулся ко мне в ноги, как коршун, и стал шнурки развязывать. Думаю, все, сомнения отпали. Хотят на шнурках повесить. Он снял с меня туфли, вытер рукавом и сказал... Мы вас так ждали. Я точно думаю, это самое, перепились, в глазах двоится. Он меня на «вы» назвал только один раз, когда «выхухолью» назвал. Я, говорит, всегда любил тебя как сына. Да я тебя чмокну. А он меня каждый день чмокал, как махнет, ну, водяры, да? И сразу говорит, ты чмо, ты чмо. И теща сразу ожила. Говорит, я так часто была не права. Если хочешь, мой золотой зятек, ударь меня. Ударь меня. Да, это же надо, да? Вот угадать самое интимное, да? Вот, она сказала, ударь меня, мой золотой зятек. Я думаю, если бы она мне утром сказала, я бы ее вырубил сразу. Одним ударом. А тут я, значит, задумался, думаю, вот как бы вот, ну вот, вот этим одним ударом максимальный ущерб. Только замахнулся,
жена выбегает. Пойдем скорее ужинать, дорогой. Знаешь, дорогой, проговорилась. Дорогим меня назвала. Может быть, хотят откормить, на органы сдать. В другой ипостаси я себя дорогим никогда не чувствовал. Тут те с тещей меня подхватили на руки и на кухню внесли. А жена говорит: у нас сегодня на ужин шашлык из семги. Значит, котлеты по-киевски, царская солянка, стерлядь на пару. Все, думаю, точно, точно откормить хотят. И на органы, все мои органы продать. Не, а поросенок тоже до поры до времени думает, что его из-за доброты так кормят. Да. Только расслабишься и окажешься в колбасе, видишь пика. Поел немножко. И что, думаешь, шиш вы меня откормите. Если б свинья понимала слова хозяина, пора кабанчика резать, она бы по ночам фитнесом занималась. Что? Да. Я вилку отложила, говорю: а не пойти ли мне посмотреть телевизор? Строили телевизор. Меня уже внесли на руках в зал. И теща сразу включила, ну, спорт, ну, футбол, без пыток. Просто сама врубила с той же лошадиной улыбкой. То есть я в этом доме за 10 лет футбол смотрел один раз, когда показывали бабский сериал, и там мужик сидел и футбол глядел. Тут жена заявляет: может, я, дорогой, сбегаю в магазин за пивом? Ну, то есть... Я ушам не поверил. Знаешь, вот одной фразой четырежды меня убило нафиг. Милый, я для тебя сбегаю и за пивом контрольную. А ты, говорит, какое пиво хочешь? Последнее вот, что меня спрашивали в этом доме: когда ты сдохнешь? Я пивка тянул литрик. Да. Сижу, отхлебнул. Теща мне губки салфеткой. Я разомлел. Слюни специально пускаю. Вот. Сижу. Куда, спрашиваю, бутылку можно поставить? Тесть одним прыжком через всю комнату перелетел, встал на карачки и сказал: ставь на меня, мой золотой зять. Куда только радикулит делал. Я бутылку на радикулит поставил, воблу об башку его оббиваю, теща рыбу чистит, кости выбирает, филейную часть, мой изумленный рот вставляет. Ну просто рай в отдельно взятом государстве. Тут жена говорит: любимый, я прошу тебя, иди в постельку. Ну, полегчало ей, видите ли, 10 лет у нее голова болела. Иди, мол, скорее ко мне, мой птенчик. Я хочу свой супружеский долг выполнить за 10 лет поквартально. С 99-го начинаю. Так что, я хоть в голодухе, но больше двух кварталов не вынес. Вот уснул, как убитый. Вот меня под утро комар разбудил. Так они этого комара живьем поймали и пытали до тех пор, пока он извинения у меня не попросил. Но я когда глаза продрал, жена спрашивает: милый, что ты будешь на завтрак? Обычно меня спрашивали в этом доме: ты будешь что, посуду мыть или полы? Короче, проводили меня на работу. Ну, вот так провожают на работу, ну, я не знаю, Билла Гейтса, вот, день зарплаты. Пришел я счастливый на работу, и тут Витек мне все выложил. Ну, и вот теперь я думаю: граждане дорогие, или рассказать им правду и всю жизнь мучиться, или пожить месяц по-человечески, а там будь что будет. Эй!